Президент Украины утвердил национальную программу сотрудничества Украина-НАТО на 2017 год. Документ предусматривает ряд реформ в разных сферах, от безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. О реформах Петр Порошенко говорил накануне и с представителями Европарламента, в частности, с главой комитета по иностранным делам Дэвидом МакАлистером. Порошенко поблагодарил европарламентариев за поддержку Украины в вопросе безвиза и пообещал продолжать преобразование страны. На цьому робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли лоукости, не переплачуючи за квитки, а витративши там від 30 до 60 євро, мали можливість на власні очі переконатися в перевагах європейських цінностей, європейської системи.